Всем привет, друзья! Продолжаю работу над детской кроватью, это уже четвертое видео. Буду заканчивать в этом ролике с этой работой. Предстоит мне сделать 4 длинных детали, вырезать и 2 коротких. На коротких я еще ничего не рисовал. Но на всех этих элементах будет посередине одинаковая резьба, вот такая. И по бокам на длинных еще дорисовал вот такую небольшую завиток, цветок и 2 листика. Все. Приступаю к работе. Вам, друзья, желаю приятного просмотра. Так, частично я сделал центр, еще не все, буду возвращаться к нему. Также посадил вот эти части немного вниз, на нужную мне высоту. Дальше я поотделяю все эти элементы друг от друга и по отдельности их проработаю. После этой проработки займусь центром, доделаю центр, центральный элемент. Дальше без разницы, какие элементы делать, что зачем. Можно заниматься цветком, завитком или листиком. Я сначала хочу сделать листик, вот здесь отделю, опущу ее по всей длине, сделаю полностью, потом буду заниматься шариками, шарики проработаю.
После шариков завиток и напоследок уже сделаю сам цветок. Так, закончил с этими элементами, перехожу к последнему завитку, что находится в центре. Очень быстро и легко делается. Если сравнить с центральным завитком, практически то же самое. Вот здесь пойдет углубление, понаружи будет полускругление такое, постепенно переходящее в скругление. Вот этот элемент нужно будет так аккуратно его округлить.
центральной резьбой я закончил, перешел уже на сам край, сделал листик мелкий, два шарика. Сейчас буду заниматься завитком, вот отсюда эту часть опущу вниз, здесь я буду делать выборку, потом полускругление и напоследок оставлю цветок, его буду делать самым последним. Ну а сейчас вот здесь буду опускать вниз. Так, закончил, теперь перехожу к шлифовке. Довольно объемно получилось, красиво. Вся резьба сделана, две коротких, четыре длинных. Также по бокам эти мелкие я тоже сделал. Вот как получилось. Насчет готовой кровати я не знаю, когда покажу, потому что от меня зависела только резьба. Все остальное делает совсем другой человек. Так что, когда она будет полностью готова, я не знаю. Но постараюсь показать, сделать фотографии. И думаю, даже сниму какое-то видео, если получится. Обзор какой-то. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео, друзья. Всем удачи.